смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Миссия ОБСЕ попала под обстрел со стороны российских наемников на Донбассе. Огонь боевики открыли в районе Нелиповки. Это поселок вблизи оккупированной Горловки, рассказал ЮАТВ Роман Юрчила, пресс-офицер украинской стороны совместного центра по контролю координации за режимом прекращения огня. По его словам, патрульный экипаж мониторил территорию. В районе населенного пункта Нелиповка, что вблизи Торецка, представители ОБСЕ запускали беспилотный летательный аппарат для проверки местности. Около 11:35 во время запуска беспилотника произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля миссии. По предварительной информации, пострадавших нет. Также установлено, что обстрел велся из жилых кварталов Горловки. 8 раз с начала суток боевики обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, на Луганском направлении в течение ночи было тихо. На рассвете боевики российско-оккупационных войск нарушили тишину и обстреляли украинские позиции в районе Зайцево. Это поселок вблизи оккупированной Горловки. Огонь вели из минометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении вражеские обстрелы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов продолжались всю ночь. Под огнем противника оказались наши опорные пункты в районах Водяного, Красногоровки, Маринки и Пищевика. А уже в 6:15 в районе Старогнатовки позиции объединенных сил были обстреляны из миномета калибра 120 мм. В общем, противник выпустил 8 мин. По состоянию на 9 утра потерь среди военных нет. За прошедшие сутки на передовой ранены 6 украинских военных, сообщил спикер Министерства обороны. Российские захватчики 37 раз нарушили режим прекращения огня. В сторону украинских позиций выпустили 50 мин. 40 из них из минометов калибра 120 миллиметров. Это оружие, запрещенное Минскими соглашениями. На каждую вторую провокацию украинские защитники открывали ответный огонь из пехотного вооружения. Больше всего обстрелов зафиксировано на Приморском рубеже и в районе Светлодарска. Поддерживающая терапия, которую получает незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, не является выходом из голодовки. Об этом сообщила сестра политзаключенного Наталья Каплан. Она отметила, это замена воды на питательную смесь. Добровольно ли Олег Сенцов согласился на терапию, неизвестно. Информацию не могут подтвердить ни родные, ни адвокат, ни Министерство иностранных дел Украины. Для нас, как для МЗС, как для держави Украины. Для нас, для МИД Украины, важно, чтобы каждый политзаключенный выжил. Для борьбы с агрессором нужны силы. Если он сам согласился на поддерживающую терапию, мы только приветствуем. Но дело в том, что за 4 года агрессии нашего консула не допустили ни к Олегу Сенцову, ни к Александру Кольченко и не дают никакой информации. Напомню, политзаключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Единственное требование – освободить всех украинских узников Кремля. ФСБ безосновательно обвинила украинца в организации терактов на полуострове. В августе 2015-го суд в Ростове приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его содержат в городе Лабытнанги, это Ямало-Ненецкий автономный округ. Ряд международных правозащитных организаций выступил в поддержку украинского режиссера. Освободить украинских политзаключенных в России призвали во время встречи в Киеве президенты Украины и Германии. Кроме того, Петр Порошенко и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили вопросы безопасности, в частности, введение миротворческой миссии ООН на оккупированную часть Донбасса. Также Порошенко сообщил, в ближайшее время попробует организовать встречу в нормандском формате. Для подготовки переговоров в Берлин полетит замглавы администрации. Президент Германии пробудет в Украине до 30 мая. Международный день миротворца ООН. 29 мая Организация Объединенных Наций отмечает 70-ю годовщину деятельности по поддержанию мира. На протяжении 26 лет в миссиях участвуют и военные из независимой Украины. Как отбирают миротворцев и где сейчас несут службу украинские голубые каски, выяснял Игорь Меделян. Субтитры создавал DimaTorzok.
Демократическая республика Конго. Вооруженный конфликт между правительством и повстанцами здесь не угасает десятилетиями. Сейчас в Конго самая большая миротворческая миссия ООН. В ее составе и украинские военные. 865 маяку. Из-за горизонта на точку прибытия идет авиация. Два вертолета Ми-8 и прикрытие пара боевых Ми-24. Это одно из заданий украинского отряда – забрать солдат индийского контингента и доставить их на позицию, на смену другим подразделениям. В Украине будущие голубые каски готовят на Львовщине, в Центре миротворчества и безопасности. В миссии участвуют только лучшие из лучших. Огромный плюс для кандидата – реальный боевой опыт. Могут быть отобраны военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в зоне АТО, имеют большой боевой опыт, показывают лучшие результаты в боевой подготовке. В основном это тактика, стрельба, должна быть хорошая физическая подготовка. Формировать очередную ротацию начинают за полгода до поездки. Сначала бойцов отбирают индивидуально, затем из них формируют подразделения. Взаимодействие оттачивают на полевых выходах. Дальше оценки командования, сертификация и отбытие контингента в зону ответственности. У Украины их две – в Косово и Конго. Еще будет данный наказ. Если будет приказ об убытии военнослужащих в миссию по поддержанию мира, то, я думаю, согласится каждый. Это не только моя мысль, это мысль многих. Год назад этот молодой лейтенант только закончил военную академию и сразу отправился на передовую. Держал оборону на Луганщине в составе 14-й бригады. Сейчас тренирует бойцов на базе украинских миротворцев. Многие из голубых касок прошли бои на востоке Украины и после этого отправились поддерживать мир в другие страны, готовые в любой момент взять оружие и вернуться на Донбасс. Ждут своего часа и боевые вертолетчики в Конго. Минскими договоренностями использование авиации на войне на Донбассе запрещено. Мастерство украинцы оттачивают в миротворческой миссии в далекой Африке. Пожелаю здоровья, товарищи миротворцы. Здоровья, здоровья, здоровья. Короткое построение в честь праздника, поздравления от командира и дальше к службе. Незважаючи на свято, соглашается дуже... Несмотря на праздник, делается очень много работы. Задание выполняет весь состав отряда, очень много полетов. Во время нашей ротации отряд уже налетал более 600 часов. Были как и доставки вантажей. Были и доставки грузов, и персонала миссии. Также приходилось совершать боевые вылеты вертолетами Ми-24. Каждый боевой вылет – риск попасть под обстрел. Однако украинские военные вертолетчики миссию не покидают. В силах ООН они немногие, кто испытал войну в своей собственной стране и знает настоящую цену миру. Игорь Меделян, Юлия Биль, Вадим Дмитриев, UATV. Двое полицейских и случайные прохожие убиты. Еще два правоохранителя ранены в результате перестрелки в бельгийском городе Льеж. Об этом сообщили местные СМИ. Неизвестный открыл огонь по патрульным в центре города после того, как у него попытались проверить документы. Затем попытался скрыться в местном лицее, захватив в заложницы женщину. Его застрелили полицейские. Детали инцидента уточняют. По одной из версий, это был теракт. 13 человек погибли вследствие тропического циклона Микуну, обрушившегося на Оман и Йемен. По данным Weather Channel, более 500 семей были вынуждены покинуть свои дома. За несколько дней в Омане количество осадков превысило ежегодную норму в 3 раза, а скорость ветра местами достигала 180 км в час. Стихия разрушила множество дорог, оборваны линии электропередач, пострадала система водоснабжения страны. Микуну стал сильнейшим циклоном, зарегистрированным в Южном Омане. Впервые в истории медвежонок Кускуса родился в неволе. Малыш появился на свет во Вроцлавском зоопарке. Он пока не отходит от мамы. По словам наблюдателей, это уникальное событие, так как медведи Кускуса вымирают. Их естественную среду обитания тропические леса уничтожают. Единственная надежда на сохранение вида – это зоопарки. Большая часть тропических лесов, в которых живет кускус, уже уничтожена. Только 12% островов покрыто лесом. И даже там небезопасно из-за браконьеров. Оперативную информацию онлайн вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.